плохой босс. Я. Плохой босс. Вектор. Экстремал разнесся. Вау! Леня здесь. Блин, магнит не работает. А, кстати, Лёня, мне показывает, что ты первый. Так я и есть первый. А с кем это здесь? Кто на красном боссе? Я. Ранилиус? Он на черном боссе. Ранилиус на красном. Каком красном? Я думал, это Лёня. Я на красном. Ну, на красном боссе в каком смысле? На форде. На форде. Я думал, это ты, Лёня. О, хоть подтолкнул. Магнит кидать его. Ничего не работает. Ладно, я пошли, Андрей. Ах, ты дамки. Давайте догоните его, чё вы там? Понял, попробуй дамку, сорян. Явно. Обрёвна! Опа! Кто-то там застрял. Ах ты ж хитрая жопа. Скищие стрибальные. Ах ты, блин, разрыв прости. Врага народа просто хотел. Как я пошёл за ним. Давай. Красный, вы где все? Я тут, Олег, я говорю, уже полкруга никто не трогает черного босса. Тут я защитников трогаю. Извини. Они более трогательные. Ты, блядь, что делаешь, да? Так они сильно хватит, да? Видящий нифига себе улетел. О, как торпеда. Чё ты там засадил? Вот теперь как торпеда. Давайте, вот, ладно, вот они меня остановили. Не того пили. Ну чё ты? Ай-яй-яй-яй-яй. Лёш там потерялся, ты где вообще? Я уже съездил. Да, Лёша. Ранилиус, я иду. А зачем ты к нему идешь? Ну а кто? У меня показывает, что передо мной на карте двое. Наверное, это Ранилиус или Максим. Я еду второй после. Тебе надо Максим мочить. А я справлюсь. Кого догнать? Кроме трафика. Лёш, ты назад развернулся, что ли? Не пойму. Да. Я еду вот прям. Ранилиус на встречу со второй кругой. Они тебя вообще держат, Макс? Ну как сейчас? Трогаем.
а он кусается. Она выдают, бро. Это трафик? Закрывай, закрывай, закрывай. А было бревна. Бревен нет. Хороший сэнд. Лёнь, может не был сам побыть? Мы, короче, Макса держим на финише, давайте. Смотрите, что могу. Опа. It's a magic. Вы так не можете. Упс. Упс. Что, мне брать теперь? Мне брать босса? Да я, блин, не понял, на самом деле. Что-то... Значит так он, Лёнь. Нет, просто полгонки не было красных. Серьезно. Я не понял, что это было. Короче, давай садись на что-то другое, я буду. Ну давай, что мне сказать? Реально дезорганизация. То есть я вокруг ехали вместе, вообще вдвоем. Пока меня двое черных не догнали. Ну это выговор тогда, первый же выговор. Потом... Там занесение в личное дело. Где туда вылезть? Давайте, зовите. Почему сегодня на договор не ходишь? Что вообще за дела? Ну, звали, только не хотели. Сразу трактор включил. Зафиксировал. Подзафиксировал. Молчал бы. Дежавю. Жена. Так настроение. Это сбой матрицы. Вот стути. Так, ого, это он улетел туда. Да. Дикин другой, Лёша. Бежу я его догнать не могу. Как так? Вот я машина S-класса. Ой, S-класса, не едет он. Вот, уже почти уже. Смотрю, ну, как это.
Ай, ты... Так бы сейчас тупи. Пара трупа. Ой, ты видел? Ну как? Я не видел, я... Комарик подвинул тяжелого мустанга. Ну, мустанг тяжелый. Самый легкий мустанг. Кто? Мустанг. А ну. Сеня, скажи им. Со скиллами даже? Даже со скиллами. Я у нас щарик перевернул. Хотя щарик самый неустойчивый. Да щарик вообще-то тяжеленький. Но я имею в виду, что он самый неустойчивый. Ну, щавель потяжелее будет, но тоже не... Ну, вот повернешь и все, и будешь потом так решить, да? Он батутный, потому что... Слишком быстрый. Блин. А тут экстремал с видящим, как бы я не разгонюсь так, чтобы догнать. Мне-то норм, я еду, но я не догоняю. Да. Так не попеть. Думаешь, что тут есть надежда? Лёша! Ау. Молодец. Вот, ну ладно. Лео такой умеет, что типа ворчать там. Ну, кто бы бывает? Держи его, Леня, один, может, это ты. Ну, начинается. Да реально, догнать не могу. Хоть, может, боссу помогает быть. Ой. Катина. Да, тяжеленький край, наверное. Так он еще вкачан фигово на рам. А я хочу сказать, даже вот в лобовую заехал, не особо до ущерба приехал. Хотя это такое страшное дело, прям в лобовую. Вот если взять джиггернаут и вкачать нормально с скиллами, на догони на рам, то побудет, да. А это так себе. Держать его. Может, есть карбон? Да. Бери. Кто-то обещал мне его затюнить. Ну, кто-то может его и сам затюнит. Так, ты сейчас. Сейчас попробую. Сейчас я на 2 минуты. Да не, наверное, на 3 секунды. Ты хотя бы сказали, что ты не играешь. Ну, толк. Поехали мы все вместе. Самое... Что вы далеко. Леня, ты знаешь, что самое романтическое? Под подъездом.